Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задание 815. Во сколько раз 5 шестых минуты меньше, чем 4 минуты 10 секунд? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны вначале перевести в секунды 5 шестых минуты и 4 минуты 10 секунд. Итак, нам нужно вычислить 5 шестых от 1 минуты. Одна минута – это 60 секунд. Таким образом, нам нужно вычислить 5 шестых от 60 секунд. Для этого нам нужно 60 секунд разделить на 6. Это мы узнаем, сколько 1 шестая – это 10 секунд. А потом 10 секунд нам нужно умножить на 5. Получим 50 секунд. И таким образом мы вычислили, что 5 шестых минуты – это 50 секунд. Теперь вычислим, а сколько это 4 минуты 10 секунд, сколько это в секундах. Ну, конечно, такая запись обозначает, что 4 минуты, к 4 минутам нужно добавить 10 секунд. Теперь… Каждая минута – это 60 секунд. Тогда 4 умножить на 60 – это уже в секундах. И плюс 10 секунд. 4 на 60 – это 240. И 10 секунд – это всего получается 250 секунд. Ну, а теперь мы уже можем сравнить. Спрашивается, во сколько раз 5 шестых минуты меньше, чем 4 минуты 10 секунд? Тогда нам нужно выяснить, во сколько раз 50 секунд меньше, чем 250 секунд. Для этого нам нужно 250 разделить на 50, и мы получим 5. Это и будет нашим ответом. 5 шестых минуты в 5 раз меньше, чем 4 минуты 10 секунд. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.